Вот земляк наш с Леонидом, с Урала, мне писал на почту, что разговаривал с жителями, ну, общался с жителями города Ревда, и им на машинах, на грязных машинах кто-то рисует буквы Z по ночам, и они, не понимая, что, кто это рисует, они на всякий случай их не стирают, вот, потому что боятся, мало ли, что будет, если сотрешь. Вот, ну, это, наверное, там такая... Сотрешь и пойдешь сразу по статье за как бы осквернение воинской За славы, оскорбление, да, за фейки о дискредитацию. войне и так далее, да.